Ченшу. Ченшу. Ченшу, ты очнулся? Осторожно. Не вставай. Директор сказал, что это было устное предупреждение. Всего одно. Аньцы, Ченшу какой-то жутко подавленный. Что мне делать? Не знаю. Как его лучшие друзья, мы должны найти способ поднять ему настроение. Способ? Какой сегодня день? Понедельник. Аньцы, у меня дела, я пошла. Куда ты? Видела конец серии? Когда парень заступился за девушку. Ясно, что она ему нравится. Правда? Не шути так. Конечно, правда. Так, сколько с меня? 48. 48! А можно сделать гравировку? Конечно. Напиши, что нужно выгравировать. Дорогие одноклассники, в этот теплый и солнечный день радиостанция школы приветствует всех весенним ветерком. Привет! Привет! Тяо-тяо, почему ты так рано? Ну, я же не всегда должна носить статус опоздуна. Молодец какая. А куда ты? Ребята же в баскетбол играют. Пойду посмотрю, как они там. Понаблюдаю за нашими конкурентами. Ладно. Ну, я пойду. Пока.
Чэншу! Чэншу, постой. Ты уже получил мой подарочек? Получив подарок, ты должен хотя бы спасибо сказать. Какой подарок? В смысле? Я ничего не получил. Неужели кто-то другой забрал его? Не может быть. Я утром положила его на твою парту. Ты обманул меня, да? Не трать деньги зря, ребенок. Сам ребенок. Если тебе не нравится, тогда верни. Подарки как брызги воды. Они не возвращаются. Так понравился? Понравился же. Скажи, понравился или нет? Хорошо, на сегодня у нас все. Смирно? Вольно. Учитель, постойте. Что? Но вы ничего не сказали о баскетбольном состязании на следующую неделю. Вы будете участвовать? Но вы же не тренировались. Но мы должны участвовать. Мы просто должны сыграть с 9-м классом. Да, учитель. Хорошо. Желающие, подойдите ко мне. Посмотрим, как вы играете. Остальные свободны. Учитель, в этот раз мы отомстим 9-му классу. Хочешь играть с таким-то уровнем? Забудь. Тренер, дайте мне шанс. Я не настраивался, тренер. Я пошел. Тренер! Эй, Чэншу, ты же такой высокий. Может, сыграешь в баскетбол? Неинтересно. Гадзяхау, вот с этим. Собрался участвовать? Эти домашку делай. Ты же отлично играешь. Чэншу, ты мастер мяча. Ты обязан сыграть с нами. У меня нет времени. Что? Подожди. Чэншу! Чэншу! Чэншу, ты должен сыграть в матче. Я не умею, мне повезло. Ну, второй раз повезет. Будешь играть серьезно, станешь профи. Ты выглядишь прям как умственно отсталая. И ладно. Я должна сказать тебе сейчас кое-что очень важное. Послушай, ты должен сыграть за наш класс. Ты же сам видел уровень нашей команды. Мы уступаем другим классам. Но ты другой. Окажись ты в команде, у нас появился бы шанс на победу. Утяу-утяу. Правда думаешь, что меня будет для этого достаточно? Ни за что. Надо попробовать, чтобы узнать. Почему ты вечно помешана на глупостях? Предлагаю о себе подумать. Значит, не желаешь победы нашему классу? Это просто игра. Победа или поражение не так важны. Это не просто игра, это защита чести нашего класса. Наша коллективная честь касается каждого ученика. Во мне нет благородства. Тогда закрой глаза на подарок. Если не будешь играть, верни все, что я тебе подарила. Если не вернешь, значит, будешь играть. А! Чэншу! Не играю. Устал. Придет или нет? Обещал. Должен прийти. Утяу-утяу, ты уверена? Я... Он идет. Чэншу! Почему так поздно? Начнем. Быстрее.
Цяо-Цяо. Давай, в сторонку. Послушайте. Братья, друзья, завтра у нас матч. Я серьезно. Никаких опозданий. Мы должны на этот раз уделать 9-й класс. Они должны быть повержены. Я в спорте не силен, так что вся надежда на вас. Эй, Наньшин, не говори так. Ты же часть команды поддержки. Можно сказать, что мы единая сила. И это очень важно. Да. Как говорится, мы должны делать все возможное и показать всем, на что способны. Не упадем в грязь лицом. Выпьем? Выпьем. Давайте выпьем. Выпьем. Я так быстро съела. Не будете? Спасибо. Анси. Кушай. Что такое? Что происходит? Нравится, сам и ешь. Что я сделал? Возьми. Спасибо. Чэншу еще не пришел. Этот Чэншу, он всегда в ключевой момент сдает. Он же нас не кинул. Не говорите глупостей, Чэншу не такой. Он не такой, но как играть, когда нас четверо? Если что, могу помочь. Дурак, ты играть-то умеешь. Это лучше, чем ничего. Эй, 8-й класс, играть-то будете? Водите или нет? У вас даже игроков не хватает, валить домой. Вы в порядке? И вы, кто сказал, что мы не можем? Давай лучше валите, балбесы. Переодевайся. Йо-хэ. Парень, а дорога узка для врагов. А вам не кажется, что стало узко из-за того, что вы здесь стоите? Пацан, а ты высокомерный. Посмотрим, насколько тебя хватит. Пацаны, мочите его! Давай! Давай! Ну давайте же! Уже. Давайте! Молодцы! Молодцы! Хороший удар! Отлично! Защищай! Защиту! Защищай! Давай, Годзе Хао! Цяо-Цяо, я у ворот ждал, но Чэншу не видел. Почему он еще не пришел? Может, он в аварию попал? Не говори глупости, он в порядке. Ребятам без него не победить. Давайте, давайте, 8-й класс! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Он сам виноват. Как так можно? Как ты? Староста, ты в порядке? В порядке. В порядке? Не выйдешь на поле, мы не сможем играть. Я справлюсь, не сомневайся. Мы обязательно победим, даю слово. Простите, ребята.
Я не хотел. За что извиняешься, балбес? Ты был молодцом. Ван Фугуй, понимаешь, они бросили нам вызов. Да, староста, ты не виноват. Но раз я травмировался, то кто же меня заменит? Я. Ченшу? Ченшу, почему ты опоздал? Простите за опоздание. Хорошо, что пришел. Каков результат? 65 против 35. У нас такой отрыв? У нас 35. Ничего, я вытяну. Надо изменить тактику. Дзяхао, будешь прорываться к кольцу, отвлечешь на себя внимание и передашь мне мяч. Хорошо. Сяою, если меня будут теснить, постарайся отгородить меня, чтобы я кинул трехочковый. Так мы сократим разрыв. И сможем победить. Готовы? Да! Мы победим. Мы победим! Да! Давайте! Вперед! Ну же, да! Давайте! Вперед! Вперед! Восьмой класс, вперед! Восьмой класс, победите! Восьмой класс должен победить! Восьмой класс, победите! Восьмой класс должен победить! Ченшу, вперед! Вперед! Ченшу, вперед! Го Цзяхао, боритесь! Вперед! Вперед! Восьмой класс! Восьмой класс, вперед! Давайте, давайте! Ченшу! 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 Что это с ним? Что Ченшу? С ним? Что случилось? Что скажем, когда он начнется? Пока не будем говорить. Как дела? Учитель! Очнулся. Доктор сказал, надо подождать. Как его состояние? Травма серьезная. Ты очнулся? Ченшу, ты очнулся? Ченшу. Очнулся? Давай, осторожно. Не торопись. Эти хулиганы совсем распоясались. Напали на моего ученика. Я попросил школу заняться этим вопросом. Больше вас не потревожит. Учитель, простите. Не извиняйся, главное сейчас здоровье. Ты должен много отдыхать. Мы не будем тебя беспокоить. Идемте. Постойте. Как? Игра. Мы проиграли. В одно очко. Все хорошо. Мы молодцы, пусть и проиграли, верно?
Да, мы молодцы. Да, мы молодцы. Молодость делает нас неукротимыми. Наслаждаемся свободой и смело идем против ветра. Чувствуем легкость облаков. Потому что молодость дает нам это право. Нам не нужно взрослеть. Мы все понимаем и настойчиво движемся к мечте. Цветущий сезон жизни – это весна жизни. Это красиво, но мимолетно. Нам, ученикам, надо стремиться учиться и учиться усердно, стремясь найти свое небо в этот прекрасный период. А сейчас для вас произведение Листа «Грезы любви». Тяо-тяо. Это тебе. Мне? Спасибо, так мило. Нравится? Да. Твой секретный дневник. Записывай туда свои секреты. Спасибо, Аньцы. Пожалуйста. Тяо-тяо, а какой мальчик из класса самый красивый? В нашем классе все не очень красивые. Красивые — это совсем не про них. Вчера слышала от девочки из параллели, что Ченшу самый красивый в классе. Ченшу? У Ченшу лицо лошадиное. А еще он вечно угрюмый, будто ему кто-то 2 миллиона должен. Кто вообще мог сказать, что он красивый? Я думаю, что эта девочка слепая, раз он ей нравится. Ладно, тишина. Как мило. Ужас. Что такое? Я забыла выключить. Микрофон? На всю школу? Вероятно. Она идет! Идет! Тяо-тяо. Так ты все слышал? И что? Я же иронизировала. Не принимай близко к сердцу. А я и не принимаю. Раз я тебе противен, больше не общайся со мной. Ты что, обижаешься на меня? Разве я не извинилась? Почему ты такой узколобый? Я узколобый? А можно побольше искренности? Можно нежнее извиняться. При чем здесь нежность? Ты хоть понимаешь, что такое ладить с людьми? Это как зеркало. Я отношусь к тебе так, как ты относишься ко мне. Ты... Тяо-тяо. Нет, ты... В скобках пи икс равно отрицательной половине пи. Так, кто готов решить задачу? С такой радостью решаешь, да? К доске прочтешь. Быстрее. Читай. Вчера брат отобрал у меня пульт. Я тайком добавила горчицу в его мороженое, но его съел мой отец. Дальше. Я не смогла сдержать газы на последнем уроке и несколько раз кашлянула, чтобы сдержать пуки. Но я рано кашлянула и... Ладно, прекрати. А задача?
Здесь только мои секреты. Я не буду читать. Секреты? Не прочтешь, я прочту. Вчера на уроке я подглядывала за Ченшу. И видела, как Го Цзяхао играет в приставку, но у него не получалось. Го Цзяхао вырезает в учебнике место для игровой приставки и притворяется на уроке, что слушает. Учитель ни разу не заметил. Лу Наньшен очень любит рисовать. Кроме столов и стульев, он рисует в своих учебниках. Он просто гений рисунка. Ван Фугуй простой и наивный парень. Он вечно подлизывается к учителям. Я видела, как он опоздал, но не отметил этого. Чэн Цзюньфэн любит тайком жевать чипсы. Я обратила внимание, что Чэн Цзюньфэн особенно любит жевать на уроке математики. Предмет сложный, видимо, хочет набраться сил. Джан Сяоли. Хотя Джан Сяоли дочь господина Джана, но она не такая серьезная, как он. Вчера после проверки присутствующих на самоподготовке, она тайком ушла из класса. У нее всегда загадочный вид. Думаю, она постоянно читает наш школьный журнал. Учитель, так нельзя. Мы же вас уважаем, а вы нас не уважаете. Не уважаю? Думаешь, весь класс такой, как ты? Взгляни. Ребята, послушайте. Те, кто считают меня неправым, поднимите руки. Взгляни, никого. Они злятся, но боятся признаться в этом. Боятся, значит? Я докажу, что это не так. Слушайте внимательно. Те, кто считает, что я неправ, поднимите руки. Не волнуйтесь, я не буду вас ругать. Ты? И ты? Ты? Староста? И ты? Вы меня разочаровали. Вы... Учитель? 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 Учитель, что с вами? Учитель? Что ты делаешь? Что с тобой? Наньшен, я невероятно глупая, да? Почему я не могу сделать ничего хорошего? Цяо, нет же, не вини себя. Если бы я знала, что у учителя проблемы со здоровьем, то как бы он ни критиковал меня и не ругал, я бы не стала возражать. Цяо, не плачь, не надо. А я и не плачу. Цяо, мне все равно, что о тебе говорят. Я знаю, что ты не хотела. Хочу, чтобы учитель Джан поправился поскорее.